Ассаламу алейкум, ахаим, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Прокуратура Октябрьского района вышла в народ. Неизвестные в Караганде обстреляли отдыхающего. Финансовые пирамиды в Казахстане запретят в ближайшее время. Как всем известно, 11 числа текущего месяца глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с обращением «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». С разъяснением этого обращения вчера перед личным составом выступил полковник полиции Ардак Антакбаев. Продолжит Мирангуль Салкимбаева. В данном обращении особое внимание уделяется заботе о наших соотечественниках, потому как от решения социальных вопросов зависит жизнь всех казахстанцев. По словам сотрудников правоохранительных органов, стандарты жизни казахстанцев неуклонно повышаются. Однако стоит отметить, на сегодняшний день главным вопросом является то, насколько эффективно используют плоды стабильности и благополучия наши граждане. В одном из посланий президента «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» правительству были поручены конкретные задачи. Государственный механизм заработал. Однако результат неутешительный. Глава государства не удовлетворен темпами и качеством выполнения послания. Социальными процессами выстроены вертикально и горизонтально, с профессиональными корпусами экспертов и менеджеров на всех уровнях власти. Подготовить общество к жизни в условиях новой индустриальной инновационной экономики, найти оптимальный баланс между форсированным экономическим развитием Казахстана и широким обеспечением общественных благ является основной целью социальной модернизации, о которой говорил президент страны. На мероприятии также выступили начальники УВД городов Караганды, Темиртау и Жезказгана. Был зачитан доклад о предпринимаемых мерах по реализации поручений главы государства, которая была широко распространена с 60-х годов прошлого столетия. Эта идеология потребления является одной из главных причин глобального кризиса. Ее альтернативой должна стать идея общества всеобщего труда. Сегодня стала очевидна иллюзорность концепции потребительского общества. Как отметил заместитель начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области, труд должен быть выдвинут на первый план. Мирангуль Салкимбаева, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Прокуратура Октябрьского района вышла в народ. Жителям Майкудука было предложено заполнить анонимную анкету, в которой можно было оценить работу полиции и исполнительных органов, а также указать на существующие проблемы. Известны ли вам места незаконной реализации алкогольных напитков? Известно. На несколько несложных вопросов предлагали ответить жителям Майкудука сотрудники Октябрьской прокуратуры. Опрос граждан наиболее криминогенных районов города поможет в борьбе с преступностью, бездействием полиции и исполнительных органов. Анкетирование сразу дало отклик среди горожан, ведь прокуроры не каждый день заглядывают во дворы полных беспредела. У нас участковый не работает, понимаете? Мы только обращаемся, у меня телефон есть дома. Его телефон. Говорим, он говорит, сейчас приду, разберусь. Пришел. Так, уходите. Ушел. На утро приходит. В анонимной анкете можно оценить работу местных исполнительных органов, указать лиц, употребляющих наркотики, места незаконной реализации алкогольных напитков, а также рассказать о работе местных органов внутренних дел. В этом дворе 12-го микрорайона уже давно одна из квартир стала притоном для алкоголиков и наркоманов. Как только они борются с неблагополучными соседями, жители этого района, а толку нет. Прокуроры обещали помочь. Анкетированием охватит весь Октябрьский район Караганды. Анкеты будут тщательно изучены, проанализировав каждую. Районная прокуратура будет предпринимать действия. Прокуратура Октябрьского района в целях борьбы с преступностью разработана анонимная анкета. Анкетирование позволит формировать мнение населения района о работе государственных органов в борьбе с преступностью и ее профилактике. Подобное мероприятие проводится впервые, но со временем оно обретет регулярный характер, говорят сотрудники прокуратуры. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Неизвестные в Караганде обстреляли отдыхающего. Инцидент произошел на пляже Федоровского водохранилища. К счастью, пострадавший остался в живых, сообщает нам пресс-служба ДВД Карагандинской области. 24-летний пострадавший в момент нападения выходил из воды. Он утверждает, что не знает, кто в него выстрелил и по какой причине. Инцидент произошел на берегу Федоровского водохранилища. По данным полицейских, злоумышленники выстрелили два раза из ружья либо обреза. Молодому мужчине раздробила голень, одна дробь попала в лицо.
24 июля около 22 часов в больницу был госпитализирован парень 88 года рождения с огнестрельным ранением, который пояснил, что данное ранение он получил в Федоровском водохранилище во время отдыха в этот вечер. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по раскрытию данного преступления. Мы продолжаем наш выпуск. Финансовые пирамиды в Казахстане запретят в ближайшее время. Деятельность пирамид на территории Республики Казахстан будет запрещена, сообщил в среду глава Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко. Григорий Марченко напомнил, что в целях защиты интересов населения Казахстана Генеральной прокуратурой Республики совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по разработке проекта поправок в законодательные акты Республики Казахстан, срок до сентября текущего года, предусматривающих ответственность лиц за создание и организацию на территории страны финансовых пирамид. Указанное мероприятие отражено в плане мероприятий по противодействию распространению финансовых пирамид на территории Республики Казахстан, утвержденном правительством. Глава Нацбанка также отметил, что во многих странах деятельность финансовых пирамид запрещена. При этом административную и уголовную ответственность несет не только организатор, но и участник финансовой пирамиды. Впервые аппаратом акима Октябрьского района проводится информационная работа среди населения по разъяснению государственных программ. Только здесь жители района смогли получить ответы на интересующие их вопросы. 26 и 27 июля в здании кинотеатра «Батагос» аппаратом акима Октябрьского района будут проводиться работы по разъяснению государственных программ, таких как программа занятости, дорожная карта бизнеса, программа производительности «Доступное жилье 2020». Именно здесь и сейчас население Октябрьского района сможет найти ответы, касающиеся жилья или работы. На данном мероприятии проводились консультации начальниками отделов. Вообще данное мероприятие оно проводится по поручению, согласно реализации поручения акима области, акима города, акима района. И до этого именно проводились в городе ярмарки, но у нас в районе оно как бы впервые проводится такое мероприятие по разъяснению. На сегодняшний день, говорит организующая сторона, один дом по программе «Доступное жилье» уже распределен. Сотрудники акционерного общества «Жилстройсбербанк» говорят, если вы являетесь вкладчиком уже более 3 лет, то возможность получить квадратные метры гораздо больше. «Доступное жилье 2020» – там 8 направлений, 2 из них через наш банк. Это получается для молодых семей в аренду квартиры с последующим выкупом. И для всех категорий населения в собственность в аренду с последующим выкупом. Для всех категорий это по нашим программам. Если сейчас строится жилье для наших вкладчиков, где квадратный метр 90 тысяч. Клиенты, которые не смогут подтвердить свой доход, платежеспособность, они могут участвовать эту же квартиру оформить в аренду. День открытых дверей прошел среди представителей отдела занятости города Караганды, управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также среди представителей регионального филиала фонда развития ДАМУ. В первую очередь это у нас вопросы занятости и жилья. Поэтому для разъяснения программы занятости 2020 здесь приглашены ее администраторы и также по доступному жилью. Информационная работа будет проходить и завтра в здании кинотеатра «Батагос». Желающие услышать более обширную информацию по данным программам могут прийти сюда с 9 утра до 6 часов вечера. Только здесь, не дожидаясь очереди, каждый сможет проконсультироваться со специалистом отдела. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Детский лагерь «Салют» пережил перерождение благодаря вложениям городского акимата. Теперь дети могут в полной мере насладиться летним отдыхом вдали от городской суеты и вблизи с природой нашей области. Детский лагерь расположен на огромной площади. Здесь есть абсолютно все для развития отдыха детей. А ведь совсем недавно он пустовал и находился в заброшенном состоянии. Но благодаря силам и финансам городского акимата состоялся капитальный ремонт всех помещений и обустройство прилегающих территорий. Здесь, вдалеке от городского шума и суеты мегаполиса, ребята могут получить отдых от учебного года. Тем более, что тут свое время они проводят с пользой. Спорт, творчество, музыка, игры. Каждый ребенок найдет тут занятия по душе. Весь персонал – это квалифицированные учителя. План у руководства лагеря –
большие. В дальнейшем мы, конечно, планируем не останавливаться, работу продолжать. Дальше у нас ремонт капитальный бассейна, даже в планах сделать крытый бассейн. В первом сезоне здесь побывало 360 детей, в этом приехало уже 380, а сам лагерь рассчитан на 500 школьников. Большая столовая, разнообразное меню, танцевальные, спортивные площадки, футбольное поле, занятия восточными единоборствами, развивающие и тихие игры для тех, кто не любит шумных мероприятий. Тут каждому школьнику есть где разгуляться. Со слов педагогов, дети, приезжая сюда, поначалу немного стесняются, но через некоторое время полностью осваиваются и в конце отдыха не хотят уезжать домой. Так что родителям за безопасность и досуг детей переживать не стоит. Александр Крылов, Балжан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Карагандинский «Шахтер» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов принимал либерецкий «Слован». Игра была уже вторая, и после проигрыша в гостях чемпионам Казахстана была необходима победа на родном стадионе. Игра складывалась довольно непросто. Оба коллектива вышли на поле побеждать. Слован с первых минут начал оказывать давление на горняков, но до атаки особым успехом не заканчивались. Лишь однажды голевой момент имел место быть. После прохода по флангу и прострела в штрафную, шестой номер чешской команды заставил понервничать карагандинцев. Позже эта комбинация повторится, и результат уже будет другим. Давление продолжалось, но «Шахтер» начал постепенно выравнивать ситуацию и выстраивать свою игру. На 39-й минуте Йозеф Шурал нарушил правила и сбил своей штрафной Сергея Гридина. Датский арбитр был непреклонен и назначил пенальти. Мяч на 11-метровую отметку поставил Жамбул Кукеев. Он и исполнил пенальти, послав Круглова в левый нижний угол. Вратарь гостей направление угадал, но мяч не поймал. 1-0 в пользу «Шахтера». Гол практически в раздевалку удался, и во втором тайме игра приобрела ровные очертания. То и дело атаковали футболисты «Слована», и тут же отвечал «Шахтер». Так и прошла вторая 45-минутка. По сумме двух матчей итог игры составил 1-1, поэтому команды, не делая перерыва, перешли к экстратаймам. В первой 15-минутке ничего нового футболисты обеих команд не изобретали, продолжая строить и разрушать атаки друг друга. Второй тайм добавленного времени продолжал традиции первого, и уже когда зрители приготовились смотреть серию пенальти, случился гол. После розыгрыша стандарта середины поля «Слован» провел комбинацию, которая чуть не принесла ему успех в первом тайме. Как следствие, гол в ворота карагандинского «Шахтера». У гостей отличился Блажек. На табло была ничья, и этот результат не обрадовал ни болельщиков, которые начали вставать и уходить со своих мест, ни футболистов «Шахтера». Александр Крылов, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон уздар.